Ёлка добра – это совместный проект молодежно-культурного центра «Родина» и центра сексуального обслуживания населения. Ее установили 18 декабря. Украсили фигурками яблок, на каждом написано имя пожилого человека и недорогой подарок, который он хотел бы получить в предстоящие праздники. Принять участие в акции мог любой желающий. Ёлка добра была объявлена с 18 декабря по 12 января. Ну вот сегодня прошла неделя с начала акции, и мы очень рады, что все 42 яблочка у нас с елки добра сняты. Люди проявили такую активность, что мы даже, честно сказать, не ожидали. На сегодня 42 фигурки с просьбами уже сняли, и большая коробка на вахте центра постепенно заполняется подарками. Уже купили и постельное белье, и бытовые принадлежности, и сладости к чаю. По просьбам посетителей центра елку украсили вновь. Теперь там одно пожелание. Сладкий подарок. Потому что люди приходят, люди приезжают, смотрят, а на елочке яблочек нет. Поэтому мы решили к тем еще подаркам добавить сладкие подарки, которые люди хотят приобрести и порадовать. Елка добра останется в родине вплоть до 12 января. До этого времени все, кто уже снял фигурку с пожеланием, могут его исполнить. Сразу после новогодних праздников все подарки будут переданы пожилым людям, которые очень нуждаются в доброте и внимании.